разберем вот последнюю встречу Федора Емельяненко с Бейдером, когда он упал уже, и возникла вот такая ситуация, то есть Бейдер сверху, Емельяненко снизу, Бейдер его бьет этой рукой. То есть Емельяненко вначале его держал здесь, не надо было держать, да? Ногу можно зарядить и перевернуть. Либо здесь, либо, понятно, что кимоно нет, как бы, руку можно блокировать, да, с этой позиции, если я сильно хорошо прижал. Либо я жду момента, когда я могу эту руку сорвать, перехватить ее на ключ и вывести сюда как щитом. То есть, Саш, попробуй рукой что-то помахать. Вот видите, я по сути держу блок и защищаюсь как бы от ударов, да? И в этот момент, когда он пристает, я могу просто сюда раз и на болевой руку. Вот болевой пошел. То есть куртка не нужна даже.